Так, о, стоп, а вот это уже лабиринт, вот это уже другое дело. Так, жмяк, жмяк, жмяк и жмяк. И сюда тоже жменьку, жменьку жмяка. И мне выпало аж три бомбы. Аж три бомбы. Новый химический элемент. Так, только у меня ключей нет. У меня есть карта сила и карта дурака. Карта дурака полезна. Очень сильно. Так, не выстрелить, не выстрелить. Хорошо. Так, минус два. Жмяк, я сказал. То есть жмяк. Побыстрее муссиру надо заряжать. Надо Азазель и поднимать скорострельность. И желательно любой, конечно, урон. Но скорострельность, да, она как бы важна. Еще одна бомба, спасибо. Здесь сатаник Байбл. Регент черных сердец. Охренеть можно, классное начало. I like it. Пока что все весьма неплохо. Пока что даже я не лох. Так, у нас есть полет, поэтому у нас легко проходит с какими-то шипами. Прям такой уру-ру-ру-ру-ру-ру. И проходишь. Ай-яй-яй-яй, серо потратил. Аккуратно. Аккуратно. Жж. Вот. Батарейка шикарная. Еще черных сердец. Больше черных сердец. Богу черных сердец. Такс. Минус два. И жмяк. Ай, минус три. Почти. Еще одна батарейка. Отлично. Больше хпшек. Так, и, собственно, у меня здесь есть магаз и сокровищница. Фриз-эффект, ну охереть теперь. Просто шикарнейшее начало. Одно из самых лучших начал, которое вообще, на самом деле, когда-либо получалось. Фриз-эффект работает на серу. Я хотел сказать, что я не уверен, что оно работает, но только что увидел, да. Действительно, фриз-эффект на серу работает. Та-дам! Статуя босса. Изи, 2.99. Только для вас, только у нас. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Кусок мяса, спасибо. Буду куском мяса теперь хлестать врагов по лицу. Точнее, я буду иметь возможность хлестать куском мяса врагов по лицу. Это разные вещи. Так, Ханк, а ну замри. Спасибо. И жмяк. И жмяк. Изи. Гормоны, шикарно. Скорость полета плюс урон. Здесь у меня что, гимпи или букабала? Букабала мне нафиг не надо. А вот гимпи, пожалуй, можно взять. Тем более, что когда я буду получать урон, с меня могут дропнуться серые сердечки. За счет сатаник Байбл я регеню свои сердечки. Ну, просто вот, черные регеню именно. Что после этика планируешь делать? Скорее всего, I wanna be the guy. Дорога Тутлес. Чтобы соты открылись, надо на харде проходить. В смысле соты? Какие соты? Земка, ты про что? Так, что у нас здесь в итоге получается? Так, оп, ай. О, я же говорю, куском мяса буду хлестать. Вот. Паук на меня прыгал, я попал на этот хлестал куском мяса. Просто по щам ему, на-на-на, ай. Вот это была нечестная комната. Не люблю эту комнату, очень сильно не люблю ее. Потому что она банально нечестна. Как только ты в нее входишь, враги фактически в тебя стреляют. И куда бы ты ни отклонился, вправо, влево, назад, вперед, насрать, тебя все равно убьют. Извините, накакать, так вежливее. Так, ключ. По-моему, я иду сразу к боссу, на самом деле. Пропускаю все секретные румы. Супер секретные румы. Сокровищница. Ай, нет, показалось. Блин, больно показалось, однако. А, еще B3, да ты издеваешься, игра. Ну какого хрена? Надо, чтобы B3 работал, когда у вас больше двух сердец, а не больше одного. А то, ну, совсем обидно получается. Так, здесь неопределенный. Блин, прикольная вещь, чтобы немного поиграться с игрой, но нет. Так, клещ нет, спасибо. О, а вот и сокровищница вторая. И это вторая? А, у меня Excel еще один. 5 бомб, в принципе, неплохо. В магазе что у нас будет? Магаз. Ничего интересного в магазе нет. Нет. Это все, значит, была огромная сайдрума, хотя я ее прошел не зря. Действительно, там полезные вещи были. Так, сайтайник Байбл, конечно же. Мне нужно больше батареек. Мне надо, чтобы комнаты в качестве поощрения дропали мне больше батареек. А то я зазелился со с ума и получаю много урона, а это неправильно. И еще такой интонацией я могу говорить очень долго. Ха. Так, Так, тихо. И так, тихо. Окаменей! Дважды. Спасибо.
Так, это сразу к боссу, я надеюсь, уже идет. Нет, это тролл-бомба. Опять... А, у нас же XL. Здесь босс может быть в следующей комнате после начала. А все вокруг может быть огромными сайдрумами. Хотя сейчас я уже сомневаюсь. Действительно, пора бы уже к боссу идти. Жмяк, я сказал... Я сказал Зель. Вот. Ну, босс, да, хорош. А здесь еще и секретная комната слева будет. Правильно? Правильно. Вот так вот. Оп. Ать. Та-дам! Конфиги рулет. Дай мне 5 монет. Жадный. Сволоц. Так, Дахаск. Очень просто заморозка убивается. Плюс урончик, not bad. И Widow тоже, в принципе, очень просто заморозка убивается. Ай. Вот. Издёлка. Эй, где моя сделка? 72,5% и никакой сделки тебе. Здорово, Леснар. Меч на камень был. Ну, пропустил, сорян. Такое бывает, что я меч на камни пропускаю просто так. Так, с минус. И жмяк. Тихо. Жмок. Отлично. У меня не XL, я надеюсь. Да, Dunk Devs 1. Значит, у меня одна сокровищница. У меня будет один магазин, который, естественно, я могу разворотить донат машину и посмотреть, что в магазине будет. А, не-не-не-не, я не хотел брать эту батарейку. Терт. Я мог просто пройти две комнаты и получить хп, либо взять батарейку и тут же получить хп. И надо было просто пройти две комнаты. Однако... Ауч. Однако, вот. Не очень я. Угу, бывает. Не очень. Даже где-то так. Я не знаю, кстати, я не уверен, что справа будет секретная. Но я проверю. Нет, не будет, отлично. Конфиг немного не тот, действительно. Тут секретка бывает достаточно редко. Но все-таки она иногда бывает. Так, здесь тоже не то. Я что, к боссу прям опять двигаюсь? Жмяк. Батарейка, так, стоп. Две комнаты сначала пройти, потом вернуться за батарейкой. Это будет гораздо более логично. Можно даже босса пройти, чего уж нет. У нас все равно сделка с дьяволом, 100% шанс. Можно пройти с... Бах! С босс... Пройти босса, а потом уже вернуться. Так, боссу... Что у нас? Монстра 2. Изи! Так. Окаменение. Слышь, окаменеть не. Ну, будь брево. Вау. Фух, даже ни разу сверху не прыгнул. Офигенно. Так, скрю, пробел. И Крампус, почему я не удивлен? Долбанный ты Крампус. Уголь, окейно. Сейчас у меня уголь будет чуть-чуть сужать или расширять наоборот. Нет. Хрен узнает, он, короче, ничего не будет делать с моей серой, потому что это Азазель. Но по-прежнему у меня не было ни магазина, ни сокровищницы, их надо найти. Как ассоциируется? Да, вроде неплохо. Азазель является темным началом Азика, а Азазель является демоном Азика. Как этот мод у тебя называется? Missing Hood. Вот. Не, ну человек просто не просил скачать, да, он спросил, как называется, я ответил, все логично. Так, привидение. И привидение. Спасибо. Так, теперь сокровищницы, видимо, с магазом будут опять же где-то рядом в одних комнатах. Судя по всему. Комната жертвоприношения. Хочу ли я терять пол серого сердечка? Да. Что здесь будет? Как же, какие же вкусные. Ах ты шняга. Ах ты шняга дважды. Сам ты даун. Абсолютно бесполезные предметы. Бывает. Хп-хп. Not bad. Ладно, хотя бы хпшку я себе компенсировал. Так, сокровищница, магаз. Да, действительно, в одной комнате. Собственно, мини-маш на плюс скорость, спасибо. А в магазе у нас грид. Тихо-тихо-тихо-тихо. Гри... Ауч. Сволот. Сволота. Так, пробел жешь. Больше жешь, черных жешь, сердечек жешь. До сих пор ни один красный сундук мне ничего дельного не дал. Это обидно прям.
Так, глюч с собой, полезно. Отправляемся на следующий этаж, и, в принципе, это будет последний магазин, который я посещу, видимо. Но хотя бы, окей, хотя бы он действительно будет. Так, куда, по-моему, сюда надо идти. Сюда надо идти. И вот, да, босс. Жжжж, я сказал, вот. Вилкой в глаз или окаменеть раз. Хотя я прошел Undertale, нормальная концовка, осталось еще две концовки. Я тебя поздравляю. Попробуй геноцид сначала пройти, а потом будешь добиваться всех концовок. Опа, Джера, привет. Джера, это полезнышка. Джера, это действительно круто. Будет здесь 4 золотых сундука, я бы их, наверное, даже заджерил. А так Джеру надо оставить до сундука и молиться на то, что мне попадется бланк-карта. Бланк-карта плюс Джера на последнем этаже, мы все знаем, что это за задница. Правильно? Правильно. Очень-очень крутая задница. Ж. Вот. Так, допустим, мы пойдем сейчас наверх. Жмяк. Так, кстати говоря, так, две комнаты. Все хорошо. Карта Маджишне. Так, оп, отлично, пробел. Теперь я могу идти в угловую комнату. О, да ладно, я еще и урон получил. От привидений, которые исчезли, я еще получил урон. Не камельфес, я вам скажу. Вот, нет. Так, здесь у нас, и тут у нас, и туточки. Локон Самсона. Можно, кстати, взять. Вот Локон Самсона действительно можно брать себе, как тринку. Вау! Шняга. Хотел отхолестать беспалево куском мяса, в итоге куском кишков отхолестали меня. Жаль. Как ты отреагируешь, если эти 10 кассы донатишь? Я тебе скажу огромное спасибо. Геноцид, иди только... Чуть без клава не остался. Вот и я про то же. Эй, я смотрел геноцид ран, конечно, и это пипец. Все равно мой любимый босс остается Андайн именно в геноцид ране, потому что она потрясающе там выглядит. Как настоящий рыцарь-защитник. Прям вообще. Ням-ням-ням-ням, стартед дек, отлично. Теперь у меня будут только карты и ничего, кроме карт. Однако мне надо пройти еще одну комнату. Еще одна комната, она очень далеко от меня. Опа, мешок с рунами. Отлично. Возможно, мне даже не понадобится бланк-карта на мою Джеру. Возможно, просто у меня просто будет много Джер. Такое тоже бывает. Особенно со мной. О, ТЭК-10. Так, стоп. На Зазеле он не работает же. Да, на Зазеле ТЭК-10 не работает. Черт. Если взять сначала ТЭК-10, а потом серу, у вас будут серные бублики. Если вы сначала берете серу, а потом ТЭК-10. Точнее, наоборот, если сначала ТЭК-10, а потом серу, у вас не будет ни хрена, как вы видите. То есть техника Людовика работает в обе стороны. ТЭК-10, к сожалению, не работает в обе стороны. Поэтому. Где автор мос? Что? Что такое автор мос? Я что-то не понял. Оп. Ну что ж, мамо, привет. Ну, кстати, даже на такое большое количество урона я и наношу не так много урона, как бы мне хотелось на самом деле. Так, стоп. А, каменей. Экспервалус. А, оу, это было очень мощно. Сразу бомбить бомбами. Меня, бедного. Оп, минус Азазель. Во, в смысле, минус мама. О, я на Я 12 минут всего потратил на это. На басраш нет ничего интересного, поэтому я сюда не пойду. На хаши я, наверное, не пойду тоже, потому что я ни хрена не уверен, что я его сейчас смогу завалить. Поэтому как-то. С другой стороны, на хаши магазин есть, а магазин это круто. О, Петро! Петро плюс Джера, блин! Это то, что мне надо пронести с собой аж до самого до сундука. Реально, Петро плюс Джера.
Сначала Джерри, потом открыть все сундуки, а потом Петром все ненужные артефакты зароли себе. Идеальный вариант, просто изумительный. Не факт, что я сумею в жизнь, конечно, воплотить, но тем не менее. Так, не люблю этого босса, не люблю. Оп. Жмяк. Да хорош стрелять, господи, серьезно. Пулемет долбанный. Здорово, Набичина. Ой, авторбет, в смысле где? На экране. Перед тобой, можно сказать, в нос тебе тыкает куском мяса с Азазелем. Такс. О, сундучок со всяким неизвестным. Хорошие сундучки нынче бывают. Ай. Она еще и взрывная, шняга. Опа, две батарейки, охрененно. Так, оп. Ать-оп. Отлично. И пьюрити. Зачем, не знаю, ну просто было. У меня полные сердца, причем полные настолько, что полнеешь не бывает. Жирные такие сердца. Так, здесь у нас секретка должна быть. Нет, да ладно. Меня конфиг подвел. О боже мой, какая скука с больным сидеть день и ночь. Не отходи ни шагу прочь и дальше по тексту. Так, сундук ничего не дал. Так, Wheel of Fortune. Окей, на. Затавер. Затавер, кстати, прикол. Я использовал Петро, вот твою налево. Я сказал, использую Таур прикольно и взял и использовал Петро. Ну, охренеть теперь. Вот я не очень, а. Так, с кучей монет мне компенсация. Слабая компенсация руны Петро, конечно, однако надо признать то, что она мне может выпасть еще раз. Это факт. Жмяк. Ауч. Жмяк. Ауч. Что-то у меня далеко не полный сердечко уже, я вам скажу. У меня дальность 13,5. Кто у меня так дальность сильно урезал? Стоп. А, это минимаж, который показывает, что у меня дальность меньше. На самом деле она банально не меняется. У меня дальность в районе 17. Хотя не, она изменилась. Дальность реально стала меньше. Что, минимаш не... Несмотря на то, что на Вики сказано, что минимаш увеличивает дальность, минимаш все-таки уменьшает дальность. И это не очень приятно, я вам скажу. О, две джеры. Ладно. Вот две джеры, это более чем достойная компенсация. И, наверное, я возьму с собой, пожалуй, левую руку. До, собственно... То есть, до сундука надо левую руку, конечно, выбрасывать. Однако пока что я могу с помощью сундука попадать на сделки. Например, на уровне непосредственно собора я смогу попасть на сделку с дьяволом только с помощью сундука. О, сундука говорю. Ну да, с помощью красного сундука. Нет. Здесь я прав, здесь я не ошибся. Сволочь. Жмяк, хотел сказать, но получилось не очень. Урона получаю просто полные штаны. Скролекс. Как Скриликс, только нет. О, а если я его буду каменеть там и буду спокойно ему в хвост наваливать? Это будет неплохо, кстати говоря. Ну-ка. Жмяк. Ну, действительно неплохо, кстати, получается. Если еще прям в самый-самый-самый хвостик. Вот так вот. Жмяк. Ха. Так, Блодклот здесь выжжен. Блин, на следующем этаже понадобился бы, но сейчас... не. Хотя я вот могу в секретку сходить, супер секретку сходить, not bad. Выжжен нужен. Так, вместо одной бомбы две бомбы, шик. Need more vision. Не, need for vision, вот так вот. Батарейка, спасибочки. Еще одна батарейка, спасибо сундучку. Если б не сундук, я бы давно лишился всех хп на самом деле. Учитывая, сколько он мне батареек уже надропал и сколько я с них получил хп. И это классно. Так, окей, погнали дальше. Что за конфиг? Особая конфигурация комнаты, которая позволяет узнавать, где будет секретка. Вот, РПГ, спасибо, да. То, что бензин... скачать? Я его не качал, я играю вполне себе официально. Чего я тебе советую? Качать игры я советую только, ну, если узнать, пойдет она у тебя или не пойдет. Так как Айзеку не надо особого компьютера, то лучше купить. Вот, подержать Макмиллан, так сказать. Тем более, что сейчас еще мы все вместе ждем Авторбет Плюс, который еще более крутой будет. Авторбет сама по себе, да и Делик тоже весьма важная вещь.
У тебя при скачке делика не будет. Ну-ка. Шняга. Хоть урон не получил, уже найс. Вообще, можно с помощью бомб, конечно. То есть, самые-самые паскудные комнаты можно по панели бомбами обходить. Вот типа вот этой. Ну, лень мне всех убивать, правильно? Правильно. А, я забыл, у меня же бат-бомбы, точно. У меня бомбы куски кусков. О, спасибо, Гимпи. Тоф Даймонс, конечно. Первое дело вообще. Пьюрити. Еще хпшку. Так, еще руна. Бланк руна. Я не знаю, что это за руна, но окей. Еще раз бланк руна. Петро. Окей. Жажмент. Кстати говоря, стоп. Если бланк руна у нас прокнет Петро, это будет неплохо, потому что я смогу артефакт заролить. Если он внезапно с попрошайки, будет плохим. Так, дабл бомба. Окей. Че еще дашь? Карту какую-то. Окей. Че еще дашь? Какой жадный попрошек попался. Ключ, окей. Ну дай что-нибудь хорошее, ну что ты, ну. Задница. Артефакт дай. Не... Ну ладно, вот так вот давай. Дай артефакт. Спасибо. Бланк руна. Опа, Джера прокнула. Привет. Еще был. Еще раз Джера прукнула. Прукнула. Прокнула, привет. Дагаз это пьюрити. Беркану это компаньоншип. Ладно, хорош веселиться. Сколько у меня здесь Temperance карт и Magician карт. Примерно столько же. Так, Temperance. Так, Temperance. Temperance. Хватит за мной повторять. Так, еще одна. Вот она, да, Temperance. Межмонетье. Отлично. На Дюпана. Прикольно получилось. Две джеры подряд от бланк руны, такого я не видел очень давно. Так, The Sun карта. Наконец-то у меня есть Vision, который мне, блин, нужен. У меня три джеры есть. Я не жадный, конечно, но, блин, мне так жалко джеру оставлять просто так. Почему нет три слота для пилюль? Мне даже двух слотов мало. Хочу три слота. Так, минус, минус. Фу, с этими пиявками действительно приходится делать быстро. Все. Здорово, пост. Эх. Так, 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 так. Вауч, блин. Не успел влево сдать дважды. Трижды. Такс. Ключ. Ух, в принципе, не важно, что я достаточно много урон получаю. Здесь это значение не имеет. Значение имеет именно собор. О, Петро опять. Но нет, я с собой дабл джеру возьму все-таки. У меня нет бланк карты, поэтому чем больше джер я получу на сундуке, тем лучше. И так как мне, будем откровенны, ни одна гапи не дропнулась, я выкину левую руку. Ну ее нафиг. Левая рука мне не помогла. Так, дубля джера. Так, тихо. Тихо. Ать. Атя, я сказал. И опа, я сказал. Ать, опа. Я каменей. И еще разок бы. Но позязя. А каменей, скотина. Почти работает, слушайте. Во, работает. До серы, до серы, до серы. Блин. Отклонился от серы, не отклонился от вот этой шняги. Опачки. Так, мы берем марку сначала. И мы берем серу. Ну что, будет у меня серные бублики? Нет, у меня просто будет длинная сера. Зато какая! Она и расширяется к концу. Почему я на хаш не пошел тогда? Блин, я идиот. Я просто, блин, кусок идиота. Это я головой бьюсь об стол, считайте. Я же мог совершенно спокойно с этой серой на хаш идти. Я его вообще бы на изи размотал. О-о-о, почачек. Почачек. Классное слово, почачек. Так, давайте я вам музыку поставлю. Видимо, просто сегодня не иудовский день, и даже не Эйдена. Вот сегодня за Азазели, да, весьма заходит. Сера на серии, серой погоняет. О, Петро еще раз, окей. А, мне надо помолчать, да, сори.
Секундочку, ребят. Так, бережем ушки. Ради двух золотых сундуков я попробую это пройти. Ать, оп. Блин, хрень, они золотые сундуки. Я так надеялся на какой-либо артефакт, на самом деле, золотого сундука. Его еще потом запетрить. Запетрить золотые артефакты. О, в смысле, артефакты золотого сундука было бы классно. Петрить не удалось. Жаль. Такс. Ать. Оп. Все, как обычно, правая рука помогает. Господи, Настя. Бе-бе-бе. Даром, Сакас. Черт, ты фартовый. Не. А лучше пускай одинаковые вещи просто стакаются. Да, тоже, кстати, с шинигами. Весьма-весьма хорошее замечание. Здорово тебе. Чтобы обычные вещи стакались, это действительно круто было бы. Пьюрити. Отлично. Многоджерри себе на дюпуте, все. Чё б нет? Просто мгновенно умирает с такой дали. Вообще изи комната. С такой серой... Я не знаю, это так классно. О, бланк руна, привет, Джера. Прокнула на бланк руну. Так, что у нас проклято будет? О, два сердечка, отлично. Ну, одно я потеряю, это факт. Однако, в одном сердце я в плюсе. Сейчас посмотрим, что мне теперь жажмент выкинет. Давай, жажмент, будь хорошим. Дай мне артефакт. Дай мне карту, пожалуй. Вот. Вот-вот. Не-не-не, компас. Компас круче, чем карта. Не, карта круче, чем компас. Давай карту. Ну, Да не тролл-бомбу! Вау! Пускай я урон получу, но зато я его не взорву. Дай мне карту, сволот. Блин, хп. Ну ладно. Ну вот, у меня снова фулл хп. В принципе, я доволен. Оп, у меня больше, чем фулл хп. У меня такое... Все дела. О, Эйбл! Я нашел Эйбля! Так, где у меня руна Петро лежит? Хотя, стоп, чтоб два раза не мотаться туда-сюда обратно за Джерой тоже, я просто выкину Джеры здесь, обе, две. Дальше смотаюсь за Петром. Возможно, у меня там даже Петро и бланк. Я не помню, что у меня еще за руны лежат. Кстати говоря, меченый камень, что-то я его пропустил. Еще сундук, вау. Даже где-то. Хочется замедленный собор послушать, ребят. Так, не взять Эйбля. Так, Wheel of Fortune, взрываем ее. И вот так вот. Нет, My Reflection серый работает просто отвратительно, поэтому нет. Я вам настоятельно не рекомендую брать My Reflection на серу. Если вы хотите вообще по врагам попадать. Будешь играть в Enter the Gungeon? Конечно, буду, просто на сегодня. Enter the Gungeon стоит того, чтобы проходить ее весьма. Но не сегодня точно. Так, привидение. Отлично. Так, чтобы уши не провалились. Да, я помню. Все. Здорово, Айзек. А вот на Айзеке как-то не ощущается огромная куча урона, скажу я вам, на самом-то деле. Так, почти. Так, наверх. Вовремя окаменел. Так, отлично. Погнали дальше. Вот сейчас будет жарить. Так, Джера раз, Джера два,
Отлично. Мы немножко проходим этот уровень в надежде на то, что нам дропнется еще одна Джера-руна. То есть в пределах комнаты, которые будут необходимы для двух рун. То есть мне два раза что-нибудь дропается, если это два раза не Джера, тогда я иду и подбираю. Если это еще одна Джера, то я множу и подбираю. Хотя, по-моему, мне уже ключей не хватит нафиг, если я еще раз заджерю. Так, одна руна. Опа, Петро, Петро, это классно. Это очень-очень классно. Няня, Милоша. Еще один ключ, спасибо. Так, взрывные гёрдлинги. Гёрдлинг Аллах бабахнутый. Только у нас, только для вас. Ать. И оп. Так, опять же ничего нет. Окей же ж. И идем дальше. Чоб! Чоб нет бы. Заметьте, он умер до того, как у него все хп кончилось. Это забавно было. Он, как я в Dark Souls, умер от окаменения. В Dark Souls. Ох, это, ох уж этот темный соус. Так, руна. Так, и это пассаж. Блин. Пассаж руна — это немного не то, чего мне хочется. Тем более пассаж руна не работает в сундуке как факт. Но, видимо, пора уже собирать себе билды. Так, батареечка еще, спасибо. Demon's Tail — хорошая вещь. Позволяет больше дропаться черным сердечком. Хотя, ладно, я еще попробую. Вот, еще одна руна, так и быть, дам ей шанс. Дам этому мешочку шанс сделать мне еще одну джеру. Ух. Пока у меня мешочки делают деньги. Причем делают они весьма не кислые деньги, я вам скажу. Так, толстяк должен умереть последним. Толстяк, ты умрешь последним, ты классный. Ты даешь сердечки. Итого у меня два красных и все остальное в черных сердцах. Я такой черный сердечник. Так, ну-ка, пьёрите. Ну и иди в задницу, значит. Поехали открывать. Ту-т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 у. Так, ать, ножницы хрень. Оп, покетбол хрень. Самонаводящийся хрень. Лук хрень, счастливая ножка хрень. Десто хрень. Одмаштером хрень, Giant Fart хрень. Это все хрень. Охренеть. Я все это должен джерить, потому что это все хрень. Точнее, петрить. Вот, это совсем другое дело. Last Blood, да. Пульпа, да. Крикетс Бадди, да. Джиминай, да. Супер Мидбой Фэн, да. Фершот, да. Так, дальше посмотрим, что нам еще выпадет. Ох, какая красивая розовая сера. Вы только посмотрите на нее. Красотища-то какая еще. Жмяк. Так, батарея. Зачем я использовал батарею, когда мне осталась всего одна комната? Хм. Возможно, потому что я не очень. Не исключено. Так, ну-ка, жмяк. Вот. У меня еще 10 ключей даже осталось. Но теперь я не хочу Джеру. Ну ее нафиг. Я хочу теперь руну Петро. А это не фиршот, да, это чармшот. Прошу прощения. Так, еще бы папин ключ. Может быть. Мне, кстати говоря, достаточно даже не папин ключ. Здесь можно просто карту получить, как ее? Get out of jail free card. Вот, ее вполне себе хватает. Так, что это такое? Resistance руна, окей. На босса можно resistance руны прокатать. Жить? Last Blood, просто мне жесть. О, а вот и Джера, а вот и Беркана. Так, ну джерить мне больше нечего, поэтому я просто... Блин, я использовал резистенс, а не Беркана. Что за задница такая? Так, сюда теперь идем. Жмяк. Жмяк. И жмяк. Так, парабеллум. У меня, кстати... Нет, у меня маминой сумки нет. Это было в прошлом ране, я забыл уже. Если у меня, в принципе, выпадет еще один ящик, хоть где-то, я смогу его заджерить спокойно. И это не кровать. Такс, мелочь. Минус мелочь, окей. О, а вот и босс. Окей же. Оу, синхронисты попрыгунчики. Так, тихо, сначала одного надо зафокусить. Так, теперь второго надо зафокусить. Вот так.
Шикарно. Что еще, серьезно? Нет, это Destruction Run. Я думаю, серьезно, еще одна Джера. Прям. Серьезно. Нет. Есть минус. Жмяк. Есть минус. В итоге, да, в итоге у меня больше сундуков нету, то есть Джера мне пока что бесполезна. Идем босса аннигилировать и на этом заканчиваем. Здорово, синий! А я тебя аннигилировать пришел. А я такой добрый весь из себя. Ай. Так, стоп. Мне цепь Самсона зачем? Другое дело. Хоть обстреляй меня, у меня цепь Самсона есть. И с фулл хп я заканчиваю. Ну что ж, ребят, весьма гг. Хороший ран за ЗЗЗ. Вы знаете...